Всем привет, с вами Андрей Беттер, и буквально вчера разработчики игры Warface анонсировали битва блогеров. Сейчас идет первый этап, где вы должны проголосовать за любого из ютуберов. Их тут не очень много, не знаю почему, но если тут нету вашего любимого блогера, не отчаивайтесь, вы можете отдать голос любому из вот этих ютуберов. Буга Геймс, МС Серега, Вит, Элис, Фатерсон, Юрьевич, Разор, Монта. Все они будут 19 числа сражаться на Королевской битве. Это будет четкий матч, и мы будем все его смотреть. Я надеюсь, что лучший победит, это 100%. Отдаете свой голос и ждете второго этапа. Второй этап будет 12 декабря, где вы можете выиграть куча игровых девайсов и золотых пушек. Первый этап дается вам VIP-ускоритель на один день. Это же халява. Все мы любим халяву за то, что вы просто отдали свой голос. Дается VIP-ускоритель на один день. Второй этап будет, я повторяю, 12 декабря, где вы можете выиграть веб-камеру Logitech, мышку SteelSeries 110, еще одну мышку SteelSeries, только 310-ю. Модель SteelSeries 310 Sense. Вот они, вкусняшки пошли, самые вкусные. Это золотой RPD, золотой SCAR, золотой FABAR, золотая Saiga, золотой MacPool, золотой SCAR PDV, золотой Scout, золотой Remington R11, Imbel, M60, UTS, MK10, Вереск, Шторм Беретта, QBU, M40, AUK, FAMAS, AUK, Anacon, Kel-Tec Shotgun, SPAS-15, FNP-90, он же Петух, GS-9mm, SIG-5.5.2, Barrett M107, что-то много тут всяких подарков, вам не кажется? Barrett, так-чей-так M200, VIP-ускоритель на 7 дней, и все. Этот этап будет длиться с 12 декабря. Играй в Королевскую битву, занимай первое место как можно чаще и продвигай команду к победе, чтобы получить крутые призы. Подарки будут распределены не между блогерами, а между участниками команд, то бишь вас, друзья, между вами. Принимай участие в онлайн-сражениях и делай ставки на победу турнира Open Cup, естественно, 19 декабря. Значок «Пальцем в небо навсегда», жетон «Преданный болельщик» и 2500 корон. Слушай, ну, вот это очень четкая идея, битва блогеров. Надеюсь, если они будут делать еще раз такую битву блогеров, то их будет здесь больше, чтобы люди могли дать голос за любимого ютубера. А если вам понравилось это видео, то поставьте палец вверх, подпишитесь на канал. Всем удачи, голосуйте за любимого блогера. Пока!